теперь мастер Хима Хонор продемонстрирует важные моменты, на которые следует обращать внимание при обучении студентов. Сезар. В этом положении левую руку следует держать повыше. Представьте себе, что вы наносите удар правой рукой по ключице сверху вниз. Наносите удар в середину ладони. Руки должны сильно блокировать удар сверху вниз. Держите большой палец плотно сжатым, а ладонь раскрытой. Вот сюда, поверни руку и потяни. Чтобы помочь ученику понять это движение, Масти Корнер демонстрирует значение этой техники. Рука обвивается вокруг ударной руки, как змея. Если движение руки происходит точно так же, как в резаке, то приложение интерпретируется так, как показано на рисунке. Рука блокирует блоки в виде трех кругов, каждый из которых на один раз меньше следующего. Беритесь за ручку с первого мизинца. Это сделает весь хват в целом более эффективным. Сильно и быстро отведи левую руку назад, чтобы увеличить силу удара. В практическом применении это скручивающее движение запястья интерпретируется как прилипание к удару противника. В этом движении блокирующая рука наносит удар вниз, а ударная рука вниз. Ослабьте напряжение после удара, чтобы выполнить руку-нуку, а затем нанесите жесткий и мощный удар сундзуки. Сильно отведите правую руку назад, чтобы придать плоскодонке дополнительную силу. Этот блок должен быть выполнен с помощью мудзи. Не ослабляя напряжение, сжимайте рычаг оттягивания назад. В этой последней технике выполняются удары ногами и кулаками. Все приемы нанесения ударов кулаками в сезанкате будут выполнены как можно быстрее. В этой технике после удара ногой вперед выдвигайте пятку вперед, а затем опускайте ногу прямо вниз. Подошва стопы должна сильно ударяться вниз, как будто она пытается пробить пол. Левая нога, опущенная вниз, оттягивается назад с таким ощущением, как будто тянет противника на удар. Отведи руку назад до самого плеча. В этом положении рука перемещается глубоко под правую подмышку. Положите ладони на ладони, вытянув руки вперед.